Я твой друг, дорогой. Зачем? Кто такой? Хочешь, не хочешь, сыграешь со мной. Тебе это о чем-нибудь говорит? Вы становитесь весьма популярным. Почему он пишет вам? Если ты правосудие, то просто скажи, за сколько закроешь глаза ты свои? А ты, черт возьми, кто? Я возмездие. Этот парень псих! Ты часть всего этого. Каким образом? Увидишь. С днем рождения, С днем рождения, милый. С днем рождения тебя. Что ж, это твоего отца. После войны у него остался. Думаю, пора передать его тебе. Это лучший подарок, спасибо. Это режиссер Антонио Кампаса. Как и для чего могут быть связаны два человека из разных городов, даже не соседних? Об этом наша история о Нокем Стифе. Ты думал, как мы оказались сиротами, живущими в одном доме? Я знаю, что сделал отец. Одни скажут, что это слепая удача. Вы снимаете? Да. Если вижу улыбку, достойную фотографии. Другие скажут, что это замысел Божий. Блаженны те, кто алчит и жаждет праведности. Никакой он не священник, по радио правду говорят. Если оглянуться назад, видно, что выбора у них не было. Здесь полно всяких сволочей. Извините, святой отец, уделите минутку грешнику. Этой осенью. Я кое-что изучал. Это называется наваждение. Считается, что это неправда. Именно наше наваждение вводит нас в грех. Наваждение! Том Холланд. Билл Скарсгард. Райли Кио. Джейсон Кларк. Многие родились. Себастьян Стэн. Чтобы их похоронили. Хейли Беннет. Элиза Сканлон. Я сделаю это. Мия Васиковска. Потому. Роберт Паттинсон. Что так надо? А не потому, что хочу. Дьявол всегда здесь. Озвучено Flarrow Films. Специально для канала в рейтинге. Могу я спросить, почему вы направляетесь к Люсии? Это кажется довольно личным вопросом. Мне очень жаль, мэм. Я не хотел, чтобы вы чувствовали себя неловко. Я не говорила, что вы заставляете меня чувствовать себя неловко. Я сказала, что это личный вопрос. Извините. Вам следует чаще мыться. У вас грязные ногти.
У нас в корпусе была поговорка: спаси хоть одну жизнь, и ты герой. Сохрани сотни жизней, ну, тогда ты медсестра. Do you wanna have fun? How about a few? Ты уже достаточно страдал от боли. I can show you a good time. Но ты заслуживаешь кого-то, кто проявит к тебе милосердие. Как бы я изменилась, если бы кто-то это сделал? Do you wanna have кто ты такая? Извините, но вы едите мой персик. Не вижу на нем имени. Кто бы мог это сделать? Что сделать? Писать имена на персиках. Кто-то, кто действительно хотел этого? Никто никогда не писал свое имя на персике. Я видела, как это делается. Нет, это не так. И что ты собираешься делать? Ты что, оглохла? Нет. Просто думаю о том, что я собираюсь с этим сделать. Я знаю, что ты сейчас чувствуешь. Мне сказали, что ты злишься, когда что-то сводит тебя с ума. Мне не следовало пускать тебя в эту больницу. Впустить меня в эту больницу – это было лучшее решение, которое ты когда-либо принимал. Сестра Рэтчет. Озвучено Flarrow Film специально для канала «В рейтинге». Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled. Этот парень, вероятно, сражался сотнями тысяч суперсуществ на других планетах, которых он уничтожил, верно? У нас нет шанса. Меня не волнует, скольких демонов он убил. Он не сражался с нами. Теперь мы едины. Озвучено Flarrow Films специально для канала «В рейтинге». Пять тысяч лет назад Кандак был бурлящим котлом культур, богатства, силы и магии. Большинству из нас не досталось ничего, не считая цепей, обвивающих наши шеи. Кандаку нужен был герой.
Но вместо него у них был я. Я сделал все, что от меня требовалось. И за это меня пленили. И теперь, 5000 лет спустя, я освободился. И даю вам слово. Никто меня теперь не остановит. Черный Адам. Озвучено Flarrow Films. Специально для канала в рейтинге. Мир еще не готов к тому, что тебе предстоит совершить. Твое время придет, Диана. И все будет иначе. Люди всего мира, я здесь, чтобы изменить вашу жизнь. Все, чего вы хотели и о чем мечтали, может осуществиться. Ты будто призрака увидела. Диана, ты совсем не изменилась, словно и дня не прошло. Я не хочу быть как все. Я хочу быть сверххищницей. У тебя всегда было все. Пока такие, как я, оставались ни с чем. Но сейчас пришло мое время. Привыкай. Я никогда не любил правила. Всегда хотел большего. Я полечу так, что нас даже не заметят. Забыла тебе сказать. Что? Радары. Они что, будут стрелять в нас? Барбара, что ты наделала? Сам я не в восторге, но думаю, тебе понравится. В общем, я готов. Можно найти получше. Штаны-парашюты? Да. Сейчас разве парашютисты в тренде? С чего бы начать? Мать назвала меня Энолой. Справа налево это значит одна. Но мы всегда были вместе. И это было чудесно. Она была для меня всем. А теперь перейдем ко второму пункту. Неделю назад я проснулась, мама, и поняла, что мама пропала. Она так и не вернулась. И прямо сейчас я еду к своим братьям, Майкрофту и Шерлоку. Да, Шерлок Холмс. Знаменитый сыщик, мой брат-гений. Он найдет ответы. Энола. Где шляпа и перчатки? Да есть шляпка, но от нее голова чешется. А перчаток нет. Боже мой. Дикая женщина вырастила дикого ребенка. Мы сделаем ее приемлемой для общества. Она кажется умной. Есть два пути, Энола. Твой и тот, что за тебя выбирают другие. Пора найти маму. Игра началась. Чтобы скрыться от братьев, нужно что-то неожиданное. Я стану леди. Неплохой прогресс. Она в безопасности? Она не одна. Я виконт Тьюксбери. Он шалопай. Помоги мне, я не хочу погибнуть в поезде. Я до встречи с тобой вообще не хотела погибать. Что ты задумала, мама? У нее всегда была причина. Собственный подход.
Может, она хочет изменить мир. Может, его пора изменить? Вставай! Вставай! В отличие от нежных барышень, я не умею вышивать. Меня учили наблюдать и слушать. Меня учили драться. Глазам не верю. Женщина возглавляет армию мужчин. Я клянусь защитить свою семью. Девчонка пришла спасти династию. Ты умрешь, притворяясь тем, кем тебе не стать. И все же я здесь. Я Хуа Мулан. Я принесу славу нам всем. Мулан. В кинотеатрах с 10 сентября.